Иннокентий у нас сейчас будет печь пирожки. Вот такой помощник он у меня. Иннокеш, Ольга. Ах, ты еще дерешься, видите? Не мешай, говорит мне, я сам. Вот какая моя умница. Вот смотрите, смотрите, он как нервничает. Не мешай, он даже кусается. Ай, тебе не стыдно, на тебя смотрят твои друзья. А? Клюв весь в муке. Хулиган! Хулиган! Ну что, Иннокентий, давай, все. Продолжаем. Дальше мы готовить тесто с Кешей. Сейчас у нас Кеша будет замешивать тесто лапками. Да, мой золотой? Вон, он уже и пробует на вкус. Ну, как там? Соли, сахара, все хватает? Умница моя, умница. Ну, помощник, помощник. Без него никуда. Ну-ка, плюнь, что там у тебя? Нет. Плюнь. Иннокентий, плюнь, говорю. Иннокентий, плюнь, говорю. Вот такой он у нас поваренок. Ну что, Иннокентий, замешиваем тесто? Что сказать? Что сказать? Не царское это дело тесто месить? Все, я это все понимаю. Поэтому я сама его делаю, сама мешу тесто. Видите, друзья? Кеша сказал, не царское это дело тесто месить. Сама, говорит, меси. Что, мой золотой, мой любимый мальчик, Кеш, Кешонь. Ой, ты мой маленький, ой, ты мой, вот. Все? Продолжаем дальше. Вот какой у нас Иннокентий, молодец. Это просто незаменимый помощник на вашей кухне. Просто незаменимый. Если вам нужен такой помощник, заведите волнистого попугайчика. Он вам все сделает. Да, мой золотой? Радость ты моя, радость ты моя. Друзья, наш Иннокентий испек вот такие вкусные золотистые пирожки. Да, Кеша? Вот такое видео мы с Иннокентием решили вам сегодня снять. Вот, Кешенька подтверждает. Так что, друзья наши дорогие, напишите, пожалуйста, понравилось вам такое видео или нет. Да, Иннокентий? А теперь всем спасибо и всем пока-пока. Скажи, сынок, пока-пока. Кеша, пока-пока скажи. Нет, он не хочет с вами прощаться. До новых встреч.